Всем привет! Едем сегодня в Старый Оскол. Там у нас две точки. Доставка в две точки. Вот. Одна в Старом Осколе, вторая за Старый Оскол, еще 100 километров. Будем выгружаться на Славянке, фабрика конфетная. И вторая — это свинокомплекс. Что будет интересное, снимем, покажу. Передает ли камера это, но скорее всего нет, потому что на камеру туман так не видно, но видимость метров 100, наверное, максимум, даже меньше, каких 100, метров, наверное, 50, он все гуще и гуще туман. Здесь, кстати, снег лежит, но походу после такой погоды его не будет. Вот это жесть. Уже идем на спуск. Там вообще, наверное, труба будет. Вот она и Славянка. Сейчас мы будем заезжать сюда, разгрузимся и поедем дальше. Вон как раз где газелька выезжает, мы туда будем так, до следующей точки у меня 64 километра, где-то час езды. Сейчас буду ехать через Старый Оскол. И там по объездной, выход на объездную, короче, и на станцию Холки на Приосколе. Ну, в общей сложности час езды туда. Походу я на обед там попадаю, плюс мойка где-то, ну, час может там. Это полвторого. И домой. Думаю, что часам к 4-5 я буду дома, не спеша.
леса тут, конечно, красивые. Здесь, в Железногорске, в Брянске, в те стороны. Вообще круто. Ехать мне осталось 7 километров. Единственное, что мне не нравится на этой точке, я не первый раз здесь разгружаюсь. Здесь в одном месте берем пропуск, доезжаем, берем пропуск. Затем выезжаем, едем через весь этот завод. Заезжаем с другой стороны, оформляем все охраной. Потом возвращаемся обратно, но чутка назад моемся. Потом идем к охране, показываем машину, что помыли. Потом только заезжаем, разгружаемся. Время у нас без 20 час. В принципе, пока я получу пропуск, пока помоюсь, у них закончится обед. Поэтому ждать я ничего не буду. И разворачиваюсь, шурую домой. Так что как-то так. Еду за пропуском. Это вот то красное здание. Блин, стекла грязные. Если вам видно, вот там налево. Вот там валит дым. Это хреново. Сейчас. Вот, вот то красное здание, и за ним вон дым валит. И в эту сторону, блин. Там аж розовый, смотрите. Короче, вот то, если не ошибаюсь, перерабатывающая станция. И запах не очень-то и приятный здесь, когда дым идет еще и в эту сторону. Ладно, сейчас в это красное здание захожу, получаю пропуск и объезжаю вот туда обратно по трассе, выезжаю вот туда вон к тем посадкам и как раз где-то вот в район тех труб поеду разгружаться. Все-таки попал я на обед, пришлось постоять, подождать пропуск. Ну ничего страшного. Все, едем разгружаться, нам вот туда. Сейчас увидите. Вот это вот опасно. Запах просто неимоверный, ребята, блин. Люди, кто ни разу его не ощущали, испытывают чувство тошноты и рвоты. Это реально очень жопошно. Так, походу я повернул раньше, чем надо, да? Буду сейчас разворачиваться. А, нет, тут есть выезд. Повернул раньше. Надо было чуть дальше проехать. Да, все нормально. Короче, нам вот туда, там вон желтый ангар, это мойка. Зайду на охране, отмечусь и поеду помоюсь. Еще и очередь. Это такая тема, что они местных пускают, то есть сотрудников, водителей, пускают без очереди. Ты вот стоишь. Странно, конечно, почему так, но стоишь, ждешь. Вот они. Поеду, сейчас отмечусь и помоемся. Пока оформлялся у охраны, еще один подъехал на мойку. Этот чувак со мной занимал. Дело в том, что он на охрану не пошел отмечаться и приехал сразу мыться. Ну ничего страшного. Попрошу помыть машину самому, чтобы они здесь моют так для галочки, а я хочу вымыть нормально ее. Так что как-то так. Ладно, ждем мойку, едем, разгружаемся и домой. Все, ребятки, я вымылся сам, правда без пены, по-быстрому, но все-таки. Жду вот теперь выезда, очередь на выезд. Ребятки, я разгрузился без очереди. Ну как без очереди, сам по-быстрому раскидал все, чтобы не ждать грузчиков. Там две машины, они полные, просто полные. Я еще часа полтора-два простоял, прождал бы разгрузки. Поэтому сам по-быстрому раскидался чутка и еду домой. Все, в принципе, наверное, больше нечего-то снимать на сегодня. Увидимся в следующем рейсе. Я не знаю, возможно, завтра будет, а возможно и не будет. Так что посмотрим. Все, всем пока. Подписываемся, пишем комментарии, ставим лайки.